свежий воздух, сосновый бор. Вид на большое седло. Улица Седлогорская, вот она. Ветерочек поднялся. Вот такие чудные места. И сейчас вот это вид на улицу Набережную. Вот они. 5 домов стоят высотных. Улица Набережная. Это вот район. Дом стоит большой, не сданный, на проспекте Победы. За ним находится дальше там новая 16-я школа. Это санаторий Солнечный. Солнечный. И дальше там Кубина, Героев Медиков, Ленинградская. Это санаторий Москва. Гостиница вот высотная, закрытая, которая давно закрытая. Это санаторий Джинал и санаторий Россия дальше. Вот такая панорама сосновой корки. Приходите, очень прекрасное место. Что мне поразило, здесь мусора нет, следят. Здесь, видимо, убирают, молодцы, может, спортсмены убирают. Либо не мусорят, это поразительно для Кисловодска. Самое чистое место. Ни одной бумажки я здесь не увидел. Спасибо за чистое, ухоженное место. Вот такая панорама. Приходите, отдыхайте, дышите свежим воздухом. Ну, вот с деревьями надо разобраться. Здесь порядка 20 деревьев валяются. Но хозяина в городе, можно сказать, что нету. Поэтому я где хожу, в районе городской больницы, по этим тоже сосновым местам ходил, где сосновые рощи. Там тоже полно сухих деревьев валяется, но убрать их некому. Они, конечно, вид портят, вы сами видите прекрасно. Вот это что такое. И вон внизу поваленные деревья, вон они дальше. И вот в этой сосновой роще порядка 20, может быть, 30 поваленных деревьев. Надо их или попилить, или что. Но некому в городе этим заниматься. Вот даже отсюда покажу. Вот видите, да? И вот таких там порядка 30, наверное, деревьев валяется. Панораму портят. А так все хорошо, без замечаний, красота. Чудное место. Ну все, до новых встреч, друзья.